Традиционная школьная линейка, посвященная первому звонку, началась на Родиловской гимназии культуры мира имени Айнудина Адилсултанова в 8:30. Ну а открыл линейку директор гимназии Киргизали Ахмедович Османов. Уважаемые родители, дорогие учащиеся, уважаемые коллеги, сегодня мы с вами в очередной раз собрались здесь, чтобы начать новый учебный год. Как мы с вами завершили прошлый учебный год, прошедший? Впервые за последние 5 лет нашим учащимся удалось полностью преодолеть проходной балл по ЕГЭ, и поэтому нашим десятиклассникам есть с кого брать пример. Прошлогодние 11-классники полностью, полного, все допущенные сдали выпускной экзамен, и результаты им хорошие, особенно по русскому языку. Так, наши ребята, как и в былые времена, те, кто окончил, поступает во многие вузы. Уже можно стало поступать не только в вузы Дагестана, но и в вузы России. Так, тем, кто поступил в высшее учебное заведение от нашего имени, давайте пожелаем им удачи, чтобы они высоко держали знамя нашей гимназии, чтобы они не забывали свой край, свое село, своих родителей и своих братьев и сестер. Но сегодня особенно радостно отметить, что в школе 100 детей впервые сядут на школьные парты. Все, что у нас есть, всеми возможностями, которые мы располагаем, все внимание будет направлено на то, чтобы они успешно начали новый учебный год. Дал Бог на большую теперь. Дал я ту Бог. А то, что ты, а там рост наш перекрыт, успешен. Андрея Шурек, на что сумма дал могла. И я хочу, чтобы в Кирке все 100 человек через 11 лет стояли там. Дал могла. Дал я ту Бог. Далее теперь смотрите, гимназия планирует, что более 100 детей у нас будут проходить кратковременные курсы пребывания в школе.
Education, учитывая то, что многие наши дети не получают дошкольное образование, цель оказания им помощи, Сундерлинго Шамдеи, чтобы они в день хотя бы 2 часа смогли посидеть в школе, побывать в коллективах, приучиться, как себя вести в школе и так далее, и тому подобное. Всем учащимся, особенно выпускникам 9-го, 11-го класса, желаю, чтобы с первых детей начали интенсивную подготовку к экзаменам. Вот подготовка к экзаменам начнется у нас в понедельник, а не в конце, а не в мае. Желаю всем успехов, радости, чтобы родители ваши радовались за вас, а вы учились за себя и за тех, кто у нас еще не учится. Счастья и благополучия! Доброе утро, уважаемые учителя, учащиеся, родители и гости этого мероприятия. Сегодня торжественный день 1 сентября. Дети наши 3 месяца отдохнули. И сейчас с новыми силами я им желаю, чтобы они вступили в новый учебный год за новыми знаниями. Дай Аллах, чтобы у всех их желания исполнились, чтобы знания, которые приобретают здесь в школе, они могли продолжить в дальнейшей своей жизни. Праздником! Ждем знания! Слово детской общественной организации. Учителей, учеников и всех гостей поздравляю с Днем знаний. Желаем, чтобы знания и мудрость всегда занимали главенствующее место в вашей жизни, чтобы все, к чему учит наша школа и жизнь, приносило обильные урожаи, и все доброе разрасталось в жизни благодаря вашим усилиям и труду. Будьте неутомимыми в учебе, жизнь станет прекраснее и лучше. Всем отличного настроения и радости! День знаний школу всех зовет, а в ней цветы и детский смех. Пусть год учебный принесет открытий много и успех. Пускай, чтоб шире стал багаж, и шире стал твой кругозор. Удачи и без кругозор, без огорчений и без ссор. Слово предоставляется 1-му классу. Мы были, мы входили в детский сад. Мы из глина мастерили и лошадок, и зайчат. Мы немножко буквы знаем, научились мы считать. Мы по пальцам сосчитаем 1, 2, 3, 4, 5. А теперь открывай нам школа петь. Посмотри, хороший сон, и все нас. Здравствуй, школа, полная пробка, мы вас снова первый класс. Я сегодня рано встала, все вместе я достала, с каким часом поменяла, буду опять рассудку стала. Нас полюбят, не поверьте, постараемся во всем. Все отличные планы знали, в школу мы не подведем. Нам все в голову будешь, и с тобой мы теплина. Обещаю, что мы не будем в школе первый класс. День какой, как будто лето. Вот такой сентябрь у нас. Я люблю его за это, а особенно сейчас. Рядом папа, рядом мама. Я держу в руках рукав. Я шагаю в горку школу. Самый главный первый класс. Здравствуй, наша школа, здравствуй, светлый класс, кто нас взял и забывает нас. Мы пришли сегодня в школу, нас учите добрости, но теперь не только дети, мы теперь учимся. Недавно мы сидимся, находится играть, хочу скорее учиться, твоя краска стать. Буду я лениться, что буду успевать. Хочу я научиться считать, писать, читать. Теперь-то жизнь другая, настанет у меня.
О, мама дорогая, какой же взрослый я. Наш первый самый-самый, зимите на зиму. Домой идите, мамы, пора нам на урок. Для наших 11-классников сегодня, так же, как и для первоклассников, волнительный день. Выход на финишную прямую. Вы сегодня начинаете свой последний школьный год. Посмотрите на своих младших друзей и вспомните тот солнечный день, когда вы сами были на их месте. Слово предоставляется воспитанникам 11 класса. Широко открытый день встречает эта школа нас. И мы, вступившись по ступеням, зайдем в уют третьего класса. Мы наслаждаемся моментом, нам в школе быть последний год. От этого немного грустно. Во время ведь свой черед. Пусть беззаботно пролетели приветные месяцы на книг. Нам радостно сегодня встретить родных учителей своих. Нарядных, сдержанных и снова уже зовет нас на урок. С таким запомным перезвоном последний, первый наш звонок. Слово для поздравления и о рабочем распорядке представляется завтра по учебной части Шагиревой Асмеи Малышаевой. Здравствуйте, дорогие наши учащиеся, родители, наши коллеги, а также гости этого мероприятия. Позвольте от имени всего педагогического коллектива поздравить вас с этим прекрасным днем. Мы все сегодня немного волнуемся. И мне хочется пожелать нашим учащимся, они главные виновники этого торжества, чтобы это желание учиться было у них каждый день, и все больше и больше, и чтобы они хотели добиваться успехов. Дорогие ребята, вот такие же нарядные, веселые и счастливые, приходите в эту гимназию каждый день за новыми знаниями. Родителям хочется пожелать, чтобы они уделяли столько же внимания, сколько сегодня, своим детям каждый день, чтобы они следили, как их дети одеваются, что они кладут в портфель, как они готовятся к занятиям. Своим коллегам хочется пожелать, чтобы с таким же волнением они готовились к каждому уроку, чтобы каждый день был им в радость. Хороших и внимательных учеников, любознательных учеников хочется пожелать моим коллегам. Еще раз я вас всех поздравляю с этим днем, с началом учебного года. Завершение линейки учащиеся и учителя маршем прошли к памятнику героя Советского Союза Хампаши Нурадилова, где возложили цветы и сфотографировались на память.